девчонками вчера айка скурили. Ого, ничего себе. А к нам вообще сегодня какая-то ненормальная мамаша ломилась, прикинь. Мама? Пойдем по всякие, еще мне там еще дверь не открывают, она шляется где-то. Настюш, все нормально? Так ты какой? Мой молодой человек. А ты в личную жизнь мою не лезь. Ты что, солоншовка мелкая? Я тебя учить отправила или по мужикам скакать? Пусть эти Оли кредиты взяли, чтобы ты учиться поехал, ты не вот так вот отплачивай. Не нужны мне твои деньги. Костян меня будет обеспечивать. Пошли, Костян. Настюх, семья, это главное, семья, это важно. Все, на семье это уже досталось. Чуманку свою здесь оставляешь и поехали в Мариуполь, брата, в столицу она захотела. Знаешь, что? А может быть, я поваром захотела стать, суши-мастером. Хоть кто-то в нашей семье чего-то добьется. Прости, Доня, я так соскучилась. Настюх, все нормально? Чуманка твоя мне вообще не нравится. Девушка, мы с телевидения снимаем сюжет про инстаграмщиц. Можно вас на минутку? Да. Ирка, иди сюда. Помнишь, Малахова смотрели инсташколы? Ага. Вот это оно. Да, это мы. Хотели бы узнать подробности вашей жизни. Ну, вам, конечно, очень повезло нас сегодня словить, потому что времени мало, мы все время путешествуем. Я буквально только сегодня прилетела. Бали, Мальдивы, Дубай. Кишинев, автобусный тур, красивый город очень. Ой, вы, наверное, дорого одеваетесь. Ага, я только с рынка отпусти. Мы носим только брендовую одежду. Вот, например, Бершка, вот это Страдивара, понимаешь? А еще есть Зара. Оригинал, все оригинал. Губы накачать, ресницы, да? Алло. Я смотрю, у вас дорогие телефоны. Десятка, что, в кредит взяли. Ой, у вас, наверное, машины? Ну, конечно. Рено Логан, батина. Папика? Не, батина. А я еще иногда такси комфорт вызываю. Ой, извините, машина приехала, побежали. Это сука хочет денег. Оля, хватит, чемодан собирай. Я не поняла, ты что, опоздать хочешь? У нас вылет через 2 часа. Настя, там уже такси приехало. Ты что, я уже почти готова. Что-то я проголодался, может, пойдем покушаем? Ты что, миллионер, что ли, в аэропорту кушать? Ты цены тут видела? Вообще-то я в окошко хотела. Выпусти, я в туалет хочу. Выпусти, я водичку хочу. Выпусти. Да дай поспать. Да сейчас важно, ножки затекли, постоять хочу. Фоткал? Ты меня фоткал или пальму? Еще раз, можно небо поменьше хватать? Криво. Не, ну ты можешь хоть одну фотку нормальную сделать? О, ну вот же, супер! Наконец-то пошли! Куда? Давай еще, ну про запас, чтобы было. Ты же говорила, что ты не будешь. А что, жалко? А я, между прочим, для нас стараюсь. Проход конкурс, и там у каждого есть шанс выиграть поездку в Азию. Так что, сейчас выиграем в конкурсе и снова отдыхать поедем вместе. Классно? Ага. А что ты плачешь? Чё? Костян, ты чё? Так, лучше отойдите от меня. Если моя девушка нас увидит, она нам голову оторвет. Костян, да это я, твоя девушка. Чё? Так-то моя девушка стильно одевается, а не вот это всё. Ты чё? А, Настюк, так а чё ты сразу не сказала, что это ты? А чё, не узнал? А чё ты так-то вырядилась? Чё, у нас салон красоты в общажке открыли-то, а вот девчонки меня в порядок и привели в разнику. А, Хэллоуин же. Костян, ты чё, забыл, чё сегодня за день? Не забыл. Ты что, забыл, что у меня день рождения? Да ничего я не забыл! А там где мой подарок? Я в салон красоты ходила, макияж сделала. Очень красивый макияж. А денежки только, пожалуйста. Это самая Настюх с дыркой тебя. Костян, а ты что, мне? Косметика? Ага. Ты что, купил? Не. Украл? Что сразу украл так-то? Выиграл? У Диваш тоже день рождения, 20 лет, вот они 10 бьюти-боксов разыгрывают. А что там условия простые, туда-сюда и выиграл. Костян, это все для меня. Ага, можешь краситься, научишься нормально. Костян! Уважаемые пассажиры, наш самолет идет на посадку. Пристегните ремни и выпрямите спинку кресла. Слышал? Вещи давай собираем, идем к двери. Ты что, мы только на посадку идем? Да и ничего, первый подойдем, первый выйдем. Ой, ну не знаю, сколько тень это ваша Бали? Вообще делать нечего. Так может из отеля выйдем? В смысле? Я слышала, что тут на острове один сплошной развод и обман. Так что надо быть аккуратным и не вестись на всякую хрень. Тут на пляже какой-то чувак по такому выгодному курсу меняет. Давай, неси все доллары, пошли. Коля, ты видел? Обезьяны. Пойдем их сухариками покормим. Вот конченые. Я же их всего лишь погладить хотела. Мила, ты посмотри, какой загар. Приеду, будет сразу видно, кто на море отдыхал. О, сори. По-любому с ним ради денег. Сиськи силиконовые сделала. Эскортница, сразу видно, понимаешь? Хорошо, они иностранцы, ничего не понимают. Чё?
Доброе утро. Что такое? Ничего. Что я уже натворил, пока спал? Мне приснилось, что ты мне изменяешь. Ты что смеешься? Что смешного? Объясни. Ничего, это ж просто сон. Ага, а в соннике Ванги написано, что я так измене. И вообще, вот что сегодня за день? Пятница. С четверга на пятницу сны сбываются. Понимаешь? Я так и знала. Просто. Не прошло и 3 лет. Настя, мне тоже снилось, что ты мне изменяешь. И что? Ну, конечно. По соннику Фрейда написано, что если мужчине снится, значит, это крепким семейным отношением. Хитро, блядь. Ну что, успокоилась? Да, успокоилась. Мы тут решили, что нам с тобой пора расстаться. С кем решили? С девочками женского форума. Мало того, что я терпела то, что ты водолей, а я скорпион, и у нас полная несовместимость, так еще и это измена. Ну да, весомые аргументы. О, опять спит. По-любому какая-то херня снится. Не выноси Коле мозг. Не выноси Коле мозг. Ты что, дурачок какой-то? Господи, с кем я встречаюсь? Настюх! Ты чё, дебил, чё ли? Ты чё, а? Ты чё, Новый год же, а? Короче, Костянь, я хочу нормальный Новый год. В смысле? Ну чтоб с едой, а не просто бухать. Хату снять, а не общагу. По-людски, понимаешь? Слышь, ты чё-то этих фильмов своих американских пересмотрела. Можем мне тебе ещё и подарок в коробке подарить? Я тебя ищу. Так и знала, что ты тут. Костян, я вино хочу. В бутылке. Ну ты это не перегибай. Губу закатай. О, Костян, давай икорку возьмем. Пусть твои друганы видят, что ты нормально мучишься. Я что, миллионер, чё ли? А чё, я её на 30 бутербродиков растяну. По икринке? Это самое, Настюх. Держи. Костян, ты чё, купил? Да. Давай, только идем отсюда быстрее. Давай, идем. О, хорома, нормалек. Ага. Так, смотрите, значит, квартирка новенькая, буквально после ремонта. Поэтому давайте как-то поаккуратнее, без гуляночек, ну, чтобы квартирка сохранилась. Да мы это, телек посмотрим и сразу спать. Ага. Да чё ты в общаге нормально отметил?